у менингококковой инфекции первая особенность – это то, что она имеет характерный вид высыпаний. И второе – это то, что она имеет острое начало, которое сопровождается выраженной интоксикацией. И если маленький ребенок, конечно, не скажет, что у него что-то болит, то будет резко нарушено его самочувствие. Мы будем видеть, что он или очень вялый, или резко возбужден. У совсем маленьких детей может наблюдаться такой, как мы говорим, мозговой крик. Вот он все время, ну, как плачет, жалко, так болезненно. При этом у него будет высокая температура, температура может и 40 градусов достигать. При этом у ребенка может наблюдаться рвота.